там тряси, надо еще. Ниже ПКР. Давайте я наверх, там ДК кого-то по одному вытаскиваем. Еще одного потом аж дернет. Он среди, забери его, там вдвоем убьете. Не ваншот. Наверное, зайдешь. Чего у нас по хилам? Кто может Вальку похилить? Ну, могу спекнуться. О, отлично. Там, кто там за трисере, кто там танчик, кто же спекнется с танка. Ну давай я спекнусь. Тщеславие в БДК останется. Вот урод, блин. Ты нормально, еще не сильно, Гаша, ну чё ты? Еще не сильно. Еще не вечер. Еще не ходил с рейда, да? Я на ЦЛК, я думаю, дойду вообще в порядке, нормально. Хотя мне там сейчас принесут добавку. И кого отправил уже в магазин? Да там сосед пошел, зашел, говорит, надо чё, я говорю, ну, купи. Как он тут какой раз добрый, похмелиться, заботливый сосед. Да на похмелдос у меня еще 4 бутылки пива есть в холодильнике. Куда ты запасливый? Кошнир. Это мне напоминает Серевцом в Масяне, может кто помнит, смотрел, что-то длинный этот хрюндель. Это не самое. Походу никто ее не смотрел. Не, Рюзель, Масяня и третий, блин, не могу помнить. Тогда они еще не родились. Я читал книжки, когда вся эта хуйня шла. Какие? Про Масяня? Нет. Че про Масяня, блядь? Про Масяня я только помню одно, и то это если из Масяня. Пойдем-ка покурим-ка, блядь. Понял, да. Че, блядь, спекаться в хулипал? Да, спекаться. Лизни тотем, копарка, точняк, это 3 хила, плюс я, ультрашам. Это 5 хилов. За 2 портала? Да, за 2. Как осина. Вот, а у тебя есть хулиприст? Нет, только ДЦ. Славе, у тебя есть рей, есть на панели? Дайте рыбу или хавку какую-то. Или маги поставьте стол. Лена, у тебя есть хулиприст? Кинешь на Валю, короче, когда будет там процента 2-3. Ну, что быстрее захилили. Быстрее? Поднем за звездочку. Дайте вапу. Холмобот есть, ФВ. Челка, короче, дорогие нишман уже. Погоди, погоди. Останутся лишь кости и прах для воскрешения.
ЧП, Скотти, гимномана там. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы. КД 80 секунд отдавал. Ладно, не надо. Джульдран без пыльда. Поэт поднимаю. Покусали, блин. Так ты в червяках не стоит. Ну да. Ты замедлилась. Еще один алкоголик в рейде. Давайте звезды. Ауру света, света или как? Коня света. Коня света, да? А ты Мэлэ for you из Минска, да? Да. Ты будешь там шейдер Филиппец. Нафига ты покупала себе там бухло у Филиппа самогонка хорошая. Чего? Самогон, говорю, у Филиппа заебись. Не, я не пью крепкое что-либо. Я обычно пивком. Так у него не крепкий, там 50 градусов нормально. Ну всего-то, да, подумай. Ты нормально, ты в этой коле. Можно даже не закусывать. Будет самогонка кола. Коктейль. Хочешь, я померла? Давайте рост захиливаем. Задних ног тут лежало бы. Ваня эксклюзивный самогон. На хп. Лицом в клавиатуру и серии. Или кокоси на гимна. Все нормально, я иногда так пару шмоток находил из героиков, не помню, что я ходил. Клота теперь гимна хп. Ты так шеем нашел. Шеем я сделал нормально. Казалось, задонатил нам, да? После трех недель запоя, да? Чего ты не бросил, Николай? Че ты врешь? Немножко не хватило, да хи... Я излечилась! Я, брат, хватит, успехай. По макросу пошло, так надо было на Вальку макрос писать. Люби Боб тебе из гильдии кикнул. Че, мне в ретрике оставаться? В ретрике или в холе поле остаться? В ретрике давай. Вова на танк рулит. Интересно, когда он будет танчить? Да, передай... А колье кому-то надо из вас? Беше. На опыта, да. А, давай лучше кольцо от тщеславия оставить, а ВФ дадим. Половине позади. Ну, отойду ненадолго. Я тоже. Я тоже. Мы похреневали. Да, ставьте. Реневали от слова реневал. Дайте какого-нибудь жирса. Ладно, музыку послушаю на громкость. И что, пишите.
В РК есть люди, которые хотят пойти с Индра или еще? Петрик. Как я прошел с пула ребра? 2-3. Давайте мне ФКшки, блин. Кстати, если изучаете друг другом с первого трая, возможен рекордный рейд.
сейчас 42. Раз лишь 15 минут и 72 минут 8 и будет рекорд. И био 1 минута. Ты чё, вот не научил подгузник ходить? Стул специально надо заказывать. Рейдовый стул называется. Сразу коммуникацию делать из стула в канализацию, в трубу нахуй. Куришь там же. Жрёшь, спишь, блядь. Ты можешь сразу в канализации жить, нахуй. Так ты и там так живёшь, какая тебе разница? В болоте, блядь, какая-то картинка-то была, да? Школьник такой в болоте сидит. Блядь, ещё кура, блядь. Видел еще картинку, типа в проруби сидит просто, блядь. Ходи, Ваня. Прикинь, в проруби, блядь. Ваня, ни в чем. Ставьте шкаф, часовую. Ты бьем через разум один ретрик рейдит. А че, где второй? Ну уже. Говорил, что выйдет через полтора часа, все нормально. А чё, короче, меча бафать-то сейчас? Кресты также, да? Блок кресты. Ладно, бафы кулаки, у меня будет тотемный ману. Да не, пусть вода покричат на вообще, я уже кресты баф. Так, на пол. Лук там поставил. Так, вот, давай в хила тогда, ребят, 5 хилов пойдем. Чё тогда секунду? Мама лезь. Погоди, пока не запускаем. Слейте его. Пойду. Ваня, готов? 5-10. Да, готов. Там, с каждого начинает больше. Да, пускает. Кстати, там средоточие. Там копар. Освобожденной маги. Крик на хп дайте. Теперь бессильно. Дашка смотрит. Беги, малышка, беги. СС на фогу. Лайн по БДК. Метки вперед, дистанцию 8 метров друг от друга. На БДК метка. Метки до 300 тысяч. Ребят, смотрите сами за бомбой. С правой стороны падает, бейте скрепы. Точечно, без дот. Задний центральный не бейте. Центральный не бить. Между скрепами падает, аккуратно. Бейте с левой стороны, справа падает. Только левый бейте, правый не бейте уже.
самый правый и самый левый бейте, с левой стороны падает. Все, разбивайте. Может, рост потом дадим? Ты как хочешь. Дневную разведку будет, да? Беги, малыш! Бежали тогда. Что ждет, можно сказать? Пэл, поднимай Леголаса. Дайте бафа пахан. Баску. Пик на хап. Крест лапу пистопахну. Нередки вперед, дистанцию держим между ними. Вовремя поставил. Центру. Правую не бейте, один с левью. До 300 тысяч без дот. Правильно немного подбиваем. Сзади по центру падает, отбегаем. Центральный подбить. Бегаем опять. Центральную сбивайте, 300 тысяч у нее. Сбивайте все центральные. Все в центральную. Без стаката. Все, так больше не. Метки под боссом на все. Почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Укусы на подбоссы, мелики в РДД отошли. Мелики отошли. Ставим метку. Танка. Танка вообще. Ультрашам, волну исцеления. Хили, ВДК. Саморожденка была, я далеко был. Не тотем под боссы, метку не сливать. Че ты выбегаешь с рейда? Нельзя ты. Беги! Раз я отбегу. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает? Пусть сильно, давай под босса. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Лаймон, давай под босса, милики, ты. Майя, я забрал. Андрей, как будто вдвоем стоит. Он завис, наверное, или вылетел. Скидывай стаки за. Кто именно завис? Ваня. Ваня. Ладно. Помолимся. Тебе надо скидывать стаки, тебя сейчас не захилят. Мне метка, милики отошли. Валера, скидывай стаки, поворачивай синдрой, скидывай стаки, глыбу не бить. Сейчас притяжка будет. Скидывай стаки, гимн от Хила, Зулдрина, Джулиан. Следующий под босса, разбить метку. Под босса копарка. Косы на гимн отхил. Басик под босса, милики отошли. Метки слить все. Следующий в сторону, вправо.
Все, остановись здесь. Это ДД метку сливаем, милики босса. Все, добивайте босса. Тут токен не забыть разролить. Давай кубкать. Если никому не надо кукать, можно клаймену дать? Нет, ну ты и можно получаешь на ханта. Что еще раз? На ханта ЕП получаешь, ты заходил за кольцо. А, ЕП на ханта будет? Ну да, ты же за кольцом заходил. Окей. Нет, так чё, просто так оставить себе этот коготь? Ну, продам его. Кому-то надо новый? Андроиду кому-нибудь дай новый спек, всё, чё, ролли. Вот-вот. Ну, так если надо, никому отдай ему, чё. Ладно, сейчас отдам. Двенадцать минут до рекорда. Два не успел. 18, не 12. Да не успел. Было просто пару ФК, так-то рейд вообще заебись хуяри. Пару есть танк? Нет, хули палм. Ни к чем спасет наши задницы. А что, он не зайдет уже? Не знаю. Ботопаром легко затанчить шаркаре. Не знаю, вот там протопан. Ну, со станами, с символом тоже легко, мне кажется. Протовары топ. Какое ППГ? Протовары рулят, блин. Им только напуливать надо, если они им топнут. Ну и если вот это же капли кидать ПКД, блин. Штук 10. А ты когда протовариваешь, ты под каждый скилл, у тебя записан этот удар героя? Ну не под каждый, там сколько скиллов, там мощный удар щитом. Ну его по КД надо ждать, правильно? Ну да, если ты МТ, то да. Там же я, насколько понимаю, окровище твое зависит от того, что ты ярость набираешь. А если ты ее будешь тратить... Я слышишь, давай слетаю, спек сделаю. Она и набираться будет. Ну, ты вот так говоришь. Есть протовар МТ, есть ОТ. Это две разные вещи. ОТ там вообще похуй на ярость, похуй на агро. А вот МТ там другое дело. Там с яростью, с агро проблем нет. Ну, если на пул есть. Ну вот типа в этом вся и суть, чтобы ее побыстрее сливать, чтобы новое копилось, чтобы агро росло, нет? Ну да, МТ он просто обязан удар героя втыкать везде. Он по КД, как каждая атака идет удар героя. Че, надо слетать спекты сделать, не? Не, подожди пока. Ретриков и так нет. Это если МТ вообще против. Там когда МТ, там больше выживаемости вопрос. Рогу еще можешь поискать, я могу зайти на продукт. Вот допустим, вот этих духов сложно ловить. Если рейд рассосался сильно по кругам,
то сложно может. Ну, притвором не очень. Ну, что там, клык, прожимки там глухая и крик вот этот. Даже под криком. Заходи, Будин, на протопал сейчас рок будет. Это, блять, про товар это все от рейда зависит. Если рейд тупой, то про товар тоже никчемный. А протопалы БДК, они просто все за рейд делают. А если они тупые, то рейды пиздец. Так что протовар живет только тогда, когда рейд хороший. И он понимает, что нужно протовару. Мишка в этом плане получше. Мишка самодостаточный. Хотя у Мишки минус, он косты нихуя не забивает. Мобильность немножко похуже про товара, топ мобильности. Чажишься куда хочешь, бля. Да, еще раз шкаф. Давайте постанем утром трусы. Павел, ты же станил раньше в семье? Станил. Да? Ты немножко пропадаешь, то ли далеко микрофон, то ли кнопку отжимаешь. Сейчас. Павел, слышишь меня? Ты же раньше станил все вальки, да, ходил с нами на личах, да? Давай будешь ромбик станить. Тогда копар будешь первую, третью волну станить валик. Кружочек. Окей. Okay. А вторую волну там как, не знаю. Повезет тоже. Сейчас без роги поменяю. Кулак, лапу, инту по протопалу. Где там рогат? Знал, что задеты не заходят. Могу это котом в сове, ну, набрать комбо поинт, ну если надо будет застанется. Просто расовая билка. Зачем комбо поинт? Это просто этот. У тебя есть мгновенка на 4 секунды. У всех друидов это есть. Так мишки. На 4 секунды у тебя есть. Мишки у меня нету. Облика медведя нету, что ли? Да, блядь, да. Квест не сделал еще.
ДПС немного просел. Мистер Этрика и Роги. Хант слабенький, сова слабенькая. Давайте фубав по рейду. Кант. Ворка еще, наверное, не зашел. Фубар, дай кулак. Паладина. Я кресты даю. У нас два паладина. Вары крикнут на ап. Так ты дай кулак по меликам. Ты ж кресты не даешь на меликам. В натуре. По вот этим повару, по АДК. И все. Чек. Ролана зашел в РК. Для МТБ ДК первая пати. Странно. Fire Troll. Кто тут? Джулиан, диспель чуму. Только диспель так, чтобы человек не умирал. Даже если он не выбегает, не добегает там. А, так. Дальше. Что там еще надо сказать? Для хантов поставлю метку. Вы будете снимать исступление с этой метки. Ну что, зачем мне метка? Это милизон. Копару летит на первом же... Да. Что Мелизона за собой ведет? Ну, может, не знаю. Чё там Копару в тройном размере КП-то до киты? В пятерном. Кулак, да, ДК? Не так. Крик на КП. ДК, на АП. РДД перебежали. Стали звезду. Чему выносим сейчас? Клаймен, чума. Возвращайся. Мелики, ловушка. Мелики, ловушка. Перебежали. Леголас, ромбики, вступление снимаешь. Новая ловушка сейчас будет. РДД перебежали. Мы выносим сейчас, чему смотрим. Ни к чем. РДД опять перебегайте. Двигаем Мелизон тоже. Смотрим, чему. Скоро будет второй шаркарь. Выступление снимай. Алан, твой второй шаркарь. РДД перебежали. С трусов снимай выступление. Стали звездочку. Фейл. Чума. Выступление на шаркаре снять. РДД ловушка перебежали. Стали звездочку. 3% до переходки. Ловушка на секунду. ДД ловушка, мелики, не упадите в ловушку, оббегите ее. Капли протопала. Оббегите. Леголас метка. Стали звездочку, сейчас будет ловушка. Нет, не будет. Так, рейндж все набрали. Все набрали рейндж. Зулдрина, давай гимноману. Ставим тотемы на ману. Бьем духа. Так, Войд, Иннер, Анриксу, Андриага, Иннер, Ультрашами, по ПД заливайте. Фейл по Ультрашами. На второй фазе стоим просто звездочки. Осквернение выносим. Ух ты. Осквернение выносим, перед валькими не стоим, лево-право бегаем.
последний дух. Два шарика в центре, два шарика убить. Пулики добивайте духа. Шарик убить. Становимся в звездочку сейчас. Так, копар, кружок станет фейл, ромб, трусы, утроп. Подвальки, ловушки, тотемы и все такое. Смотрим. Так, Эрдруо, АДК и маг. Играйте вальки. Осквернение, выносим сейчас. Ролана, выпрыгни. А что ты, хан, там делал? Интересно. Ладно, проехали. Добивайте трусы. Осторожно, в лужу не зайдите. Тут лужа. Там просто осквернение с этой ловушкой. Встаньте в звездочку. Осквернение выносим к порталу. Рейд смещается вправо. Смотрим. Выбежали. Разбежались. Разбежались с осквернением. Вот Джулиан. Так, давайте, играйте кружок. Ромбик, трусы, все нормально. Станьте вальки. Кружок за... Нету стана по кружку. Играйте ромб, трусы. Ровом трусы, с центра все выйти. Сейчас будет осквернение. Кокосина, давай гимноману. Трусы добить. Чего вы трусы отпустили? Осквернение ждем, потом идем в центр. Дубасик, осквернение. Погнали в звездочку. Копар, фейл, утроп, станем валик. Звезду встали. Играйте в валик. Надо все слить вальки, топ дамагили там. Застанили вальки, играем в них. Клота после валик спьешь, ждим на ману. Осквернение 2 секунды, всем выйти. Трусы, все в трусы. Трусы играйте. Выпрыгнули с осквернения. На другую сторону перешли. Клота по гимноману пока. Встали в звездочку. Вот сюда. Не, давайте вот сюда. Вальки сейчас будут. Кружку стана нет, играем через кружок все. Так, кружок не надо играть. Ромб, трусы. Осквернение все вышли, лево-право. Играйте вальки. Осквернение, фога, выбегай. Последние вальки сейчас будут. Сейчас тут проблема с ДБМом будет, либо осквернение, либо вальки. Смотрим. Осквернение 5 секунд. 3, 2, 1. Смотрим. Нет, это осквернение. Давайте подбосы все. Подбосы все. Подбосы быстрее, смотрим. Потом разбегаемся. Разбежались. Клаймен, отбеги, давай сакру. Играйте кружок ромб. Филиппес гимн отхил, давай. Давайте ромб больше дамаги, кружок. Трусы, кружок, давайте слить, кружок, трусы теперь, застаньте трусы, последняя валька. Трусы, все в трусы, отлично. Теперь все на край, осквернение 2 секунды. Поднять рейд по хп надо. Отошли от дубасика к звезде, смещайтесь, не просто на краю стоим, сейчас захилим. Клота, давай гимн отхил. Так, кто не пел гимн на ману, давайте поем, я ставлю тотем. Теперь играем просто в одного духа. Вот кружочек. Шарики подбиваем. Леголас, ну. Все, играем во второго духа в ромбик. Thank you.
третьего духа играем. Агро, Клайман, агро. Играем в кружок. Последнего духа не трогаем, шарики подбиваем. Все пока играем в кружок. Мы вышли в центр. Шарик добить, обдот от лича. Добить кружок, переключиться в фронт. Не добежал. Теперь в комнате звездопады даем, совы, присты и сушения, магия, ледяное копье, декалик смерти, паладин экзорцизм, длань, печать и так далее. Сейчас мы выйдем с комнатки, будем добивать ромбик. Потом будем играть в лича. Так, СС на всякий случай на ДК. На БДК. Сквернение в басик. Доигрываем ромбик, перед лицом ромбика не стоять. Духи у портала. Значит, мы идем к трону. Сейчас будет осквернение. Внимательно. Все, милики, переключайтесь в лича. Духи спускаются. Отошли все. Смещаемся к трону. Лево-право будет осквернение. Смотрим осквернение. Что-то его нету. Вот и оно. Плюсик поставьте, если у вас гимноман откатился, кто на первой фазе пил. Сейчас духи приземлятся, хотя могу сейчас прочитать. Пока не надо, после комнаты прочитаешь. Давайте сейчас идем за звездочкой. Все то же самое. Бежали далеко, дальше звезды бежим. Все, идем дальше. Все, так. Дайте и на Анриксу. Идем к порталу. Все к звезде. Сквернение, дубасик опять. Так, ты пел, наверное, да, гимн перед комнатой? У меня уже 20 команд, нормально. Сквернение сейчас будет. Хлопаем духов, идем к трону. Идемте все к трону. Все к трону, идем там, если есть у кого-то гимномана, то спойте. Сквернение 3 секунды. Набрали дистанцию, лево-право от лича. Вот Старфол. Духи. Пускаются духи. Отбегаем. К трону. Последняя комната. Давайте в звездочку. Стоим впереди бомбы, ждем, пока хлопнет. По краю бомба. Давайте в угол бежим. Пришли опять к ТТМ, который поставил. И к порталу идем и добиваем лича.
херня скоро будет после духов. Ну, все можно не вести леща добивать вот так. Изи. 18.35 был пол, сейчас 19.31, то есть за час 56, с учетом того, что минут 10, наверное, добирали. Ну-ка, давай посмотрим. А сколько бой длился? Короче, 2 часа мы целка. Час 50. Минут. Час 56. Я... с пол ребра выпил плавку, она только что закончилась. Ну, я в РК написал время. Чё творишь, у тебя еще 5 минут? У кого? У тебя на фласке 5 минут еще. Миссия уже закончилась, да. Чё? Наверное, про свою, которую пил. Нету ее уже. Есть дамаг в лича. Мина в лича. Ни в чем, ты первый там по-любому. У тебя 7300. Как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Иди к Трисе полечу. Этот мир... меня Валька унесла, блядь. Уж хуй разбили. Наверное, это к лучшему. А по валькирам есть? В смысле, я в топ ДД был, блядь, куш. Ладно. Так на третьем, на четвертом месте был, когда меня Валя унесла. По духам еще дать. Пиздит он мне тут, блядь. Не, не по этим козловещим. Какой я красавчик, смотрите, сколько он убил. Да, ничем нормально начал намазать. Дубасик по духам. Дубасик шестой. Полечу. Наконец я свободен. Все кончено. Да, блять, Бибо, последний похил, ну ты еблан. Да. Так он рейлил хуй. Я сегодня, тоже, я сегодня когда релил, я тоже не дамажу толком. Ну, конечно, Трисси перегнал на сурке. Постарайся, дешь раз его прихилить. Мысли, я погнал на сурке вообще-то. Я первый среди лока был. Так у меня было 16500, у тебя 16100. У тебя по урону только больше было. Так по урону больше, ДПС твой ты можешь жопу засунуть. Урона-то я больше нанес. Красавчик. У тебя 6.4 почти, у меня 6.1, бля. Блять, у меня шмота нету нихуя, на меткость не было, блять. У меня стоит шмот с меткостью, хуй знает сколько. Подождите, сейчас зайду, у меня опять вылетел этот, блять. Там уже... Две клятвы, пиздец. Он две клятвы, ох, Канту он убрал. Канту, наверное, тебе надо, блядь, первый раз лича убил. Сука, чистил ебучий кэш, все равно начал вылетать. И можно второй тоже на ОФ паролить клятву вместе с ВВ? Давайте, клятва на ОФ. ВФ, а тебе зачем клятва? Мне разве... Это не что носит ДК клятву. Клайман, ты ролишь на этого, на ханта. Ну это на хантай. Да пускай забирает. Ну ладно, дам мы этому Клайману туда накину ГП за эту фигню и за колье туда. Конь. Да за колье не надо, накинь 10% за эту хуйню, она все равно никому не надо. Отрись, я дело говори. Загоняй
Чел не дают, там же? Не пытается наебать кого-то или что, просто он говорит, мне надо было с Валькой кольцо, вот он зашел, нихуя не упало, ну на друида эту хуйню заберет. Давайте покорители. My love for you забирал. Сейчас Раска. Сети во льду сразу. Нет, держу. По льду. Эре. По льду идем. Мне плащ хлебал надо, пошлите в РС. Так я иду магом в РС, и я врываюсь на него, так что ты там это. Блин. Ну, так, я накинул ЕП, Ролан на тебя кикнул. А чё, ну вообще, доп ИП, да? Да, доп ИП. Клайма, на ханта своего зайдёшь потом. Блин. Где Ваня, блин? БДК нет вообще-то.